Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю здоров'я. На календарі у нас 11 вересня. Романе Григоровичу, давайте розпочнемо нашу розмову із новини від нашого головного управління розвідки. Вони продемонстрували чергову свою спецоперацію, де Україна повертає під контроль вишки Бойка, окуповані Росією у 2014 році. На цих кадрах спецпризначенці підпливли ось, власне, до цих вишок, забрали засоби радіолокаційних станцій, також там на них там вертоліт, так, також вони від нього відстрілювались, потім на одного з наших бійців. Довелося також рятувати, який пробув 14 годин у воді з позивним «Коном». Скажіть, будь ласка, чи означає це, що у окупантів тепер менше засобів для моніторення ситуації у Чорному морі? Ну, скорее всего, у нас появилось определенное количество средств, много. Наверное, Бойко принес эти средства в ГУР, там недалеко от Верховной Рады, насколько я это понимаю. И ГУР решил забрать вышки Бойко для Бойко. Посмотрим, для кого эти вышки забирались. Но то, что Бойко до сих пор находится в Украине и вряд ли выполнил свое обещание взять ружье и пойти бороться с российской армией, как обещал в свое время. Если нападут россияне, то я там пойду вперед. Вот максимум, скорее всего, сподобил хлопцев с ГУРа свои вышки освободить. Ну, это, конечно, сарказм, хотя в каждой шутке доля шутки есть. ГУР отработал по этим вышкам после Змеиного, то есть сначала остров Змеиный, потом вышки Бойко. Это довольно-таки неплохая удача, можно так сказать, хотя тут удача, наверное, больше очень тяжелая работа, причем эта работа производилась несколько недель, а то и месяцев под огнем россиян, постоянным огнем. И довольно-таки очень сложная проведенная операция, но она нам дала как минимум контроль северо-западной части Черного моря, причем контроль с помощью зенитно-ракетных комплексов, ПЗРК, скорее всего, там точно есть с хлопцами, ну и, наверное, уже установили сонары. Сонары – это те же локаторы, только звуковые, контролем подводных лодок, кораблей, судов. Ну, то есть это целый процесс для определения и целеуказания, по крайней мере, в этой акватории. То есть хорошо, грамотно выполненная задача, и, скорее всего, это подготовка уже к деоккупации Крыма. То есть постепенно такой подход, я бы не сказал сейчас кольцо, до кольца еще далеко. А вот подход с одной стороны, с запада, как минимум уже конкретно с запада, проводится нашими силами. Вот ГУР здесь впереди планеты всей у нас получается. Роман Григорович, а я уточню. От дивіться, я ж аналізуючи це відео, хлопці наші підпливли, забрали ось це обладнання так, із цих вишок і відпливли. Я маю на увазі, так росіяни знову ж можуть туди повернутися, чи не може? Чи ми там просто... Як це відбувається? Ну, раз есть заявление о том, что мы взяли под контроль, значит, там остались передовые группы. Есть оборудование, которое там не надо, его действительно забрали, переправили на берег, оно будет использовано против россиян, а форпосты у нас остались на каждой вышке, и мы ее контролируем. То есть, скорее всего, несколько групп или одна группа, в зависимости от задач, эти вышки контролируют. Но это уже, конечно, прерогатива распределения задач, это в ГУРе и вооруженных военно-морском флоте Украины. Також є інформація від ГУР про те, що після угону Мі-8 зросла кількість росіян, які хочуть здатися у полон. Вони кажуть, що стрибок бажаючих здатися відбувся на рівні 70% за день. Це було очікувано чи ні? Ну, это опять, когда относительные цифры говорят, нельзя по ним определить абсолютные цифры. То есть, что такое на 70%? Ну, вместо одного человека, который сдавался, попросило 7. Ну, это небольшая цифра. Поэтому, когда как только кто-то хочет показать в процентах, это значит, как-то прикрывает основные цифры. Вот хотелось бы услышать основные цифры, потом можно будет как-то анализировать такого рода движения. Скорее всего, все-таки не после переброски Ми-8, то есть после очень хорошо, грамотно и проведенной операции ГУР по
выполнению задач взятия под контроль и летчика, и самолета, произошел этот скачок, как они говорят. Это, скорее всего, связано с движением наших войск по некоторым позициям. И в районе Работино мы движемся, опять началось движение в районе Временского выступа, вот двинулись и на Донецк из-под Авдеевки, и продолжаем движение южнее Бахмута, то есть общее движение наших войск, оно активизировалось, а значит увеличилось количество и пленных в том числе. Я думаю, все-таки это с этим больше связано, чем с самим угоном как таковым, потому что немножко не связанные вещи. Ви кажете, що змінилася ситуація в районі Роботиного, а президент каже, що ну, ми вже здійснили першу цю лінію прорив, основний прорив у нас попереду, і він каже про те, що росіяни скоро будуть звідти бігти. От як ви вважаєте, от вони реально можуть звідти бігти? Ну, не з-під Роботина не будуть біжати. І на півдні, мається. Да, имеется в виду, если мы пройдем где-то на траверс Токмака, пересечем сухопутную, пересечем железную дорогу и начнем контролировать сухопутную дорогу, это с Бердянска на Токмак, а оттуда уже можно будет контролировать с помощью артиллерии, имеется в виду, армейской артиллерии, и сухопутку с Мелитополя на Токмак, это мы отрежем линии снабжения по практически всей группировке Запорожско-Херсонской, то есть того же Энергодара, то есть вот это западного куста так называемого. Вот. Но для этого надо дойти где-то до железки, выйти на траверс Бахмут-Черниговка. А это километров 20 нам еще надо двигаться на, в сторону юга. Вот тогда россияне будут уходить, так как с военной точки зрения удерживать этот большой куст, большую площадь они просто не смогут. Они будут уходить в Крым с Херсона, из Запорожья будут уходить на Донбасс. Линия обороны уже отстроена россиянами, это отсечная так называемая. Донецк, Волноваха, Мариуполь, именно вдоль трассы, они отстроились. Они с самого начала, кстати, ее начали отстраивать. Еще в прошлом году, как только начали заливать и рыть запорожские линии обороны, они тут же начали заливать бетоном и вот эту протянутую с севера на юг линию вдоль Донбасса. Потому один из вариантов – это действительно уход россиян с юга, с Южного фронта и попытка остановить наши войска как раз на этих линиях, на входе в Крым и на входе в Донбасс. Романе Григорович, як я готувала до нашого з вами інтерв'ю, знайшла таку інформацію про те, що ворог тепер вигадав нове там ноу-хау, купи обманки, які дистанційно підривають, щойно в них заходять наші солдати. Також Росія прориває тунелі між позиціями, це із нового. От, можливо, вам відомо щось більше, в принципі, як часто, і чи можна говорити, що це по всій лінії фронту, ось такого роду новації? Ну, це не спеціально відриваються окопи, це не спеціально. Просто росіяни нарили, коли була поставлена задача в прошлому году відрити лінії оборони, вони нарили їх ну, вдоль і в поперек, особливо там працювали ж не лопатами, тобто там проходили инженерная техника, которая отрывала окопы, а вот инженерная машина, которая роет окоп, у нее скорость где-то, ну, километр в час. Ну, если по хорошему грунту, допустим, без каких-то проблем, километр в час она может прорывать окоп, дальше его надо уже оформлять, то есть там обшивать досками, ну, в зависимости от задачи, или бетоном заливать. А вот они нарыли, не представляете, сколько они за 9 месяцев нарыли. И у них очень много окопов, которые не заняты на данный момент российскими войсками. Их просто не хватает, а и некоторые просто не нужны по разным причинам, но просто не нужны. Потому они эти окопы минируют, ну и, естественно, делают из них такие ловушки. Иногда это не на радиоинициации, иногда они просто заминированные, оставленные заминированные позиции, но с растяжками, с некоторыми датчиками, которые срабатывают и подрывают эти окопы. Потому можно так, то есть с этой точки зрения, специально никто этого делать не будет. Это немножко не это самое, не выгодно с разных точек зрения. А вот уже отрытые минируют, да, действительно так и есть. Генерал Міллі спілкується із генералом Залужним кілька разів на тиждень. Міллі зізнається, що війна в Україні – це бойові дії, аналогів яких він ще не бачив.
наштовхується на жорсткий і ніж очікувалося опір росіян, українці наштовхуються. Романе Григоровичу, скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, що, ну, скажімо так, стратегічно планувати наш наступ і нашу операцію нам допомагають і Сполучені Штати? Чи як, чи вони тільки діляться розвідкою, а ми там самостійно ухвалюємо рішення? Ну, Мілі точно не мог видеть таких операций, потому что он 100 лет назад не жил. Такие операции, которые сейчас, это 100 лет назад, первая мировая, это окопные войны, так называемые, без авиации. Мы вернулись обратно в это тысячелетие, в прошлое тысячелетие, в прошлое столетие. Потому, естественно, Мили их не видел, и участие их, наших партнеров в планировании операций без авиации довольно-таки сомнительно, потому что вся наука последние лет 30, натовская и вообще западная цивилизация, она устроена и основана на превосходстве в воздухе. Это очень важно. То есть наземные операции они не начинают без 100% превосходства в воздухе. И пока оно не будет достигнуто, по земле практически ничего не движется, потому что это вызывает очень большие потери. И то, что мы выполняем такую задачу без превосходства в воздухе, выполняем задачи по земле, понятно, что наши партнеры, ну, мягко скажем, в удивлении, по крайней мере. И чем они нам могут помочь? Они в планировании в этом смысле ничем не помогут, так как они не научены выполнять такого рода задачи. Потому могут только нам помогать теми средствами, которые мы у них запрашиваем. Именно это как раз у нас задача и стоит, и вот, скорее всего, то, что мы ждем от того же Мили, понимание в наших потребностей и вовремя их исполнить. І от щодо літаків і авіації, про яку ви говорите, Wall Street Journal пише про те, що Україна, ймовірно, може отримати F-16 вже в лютому 2024 року. Скажіть, будь ласка, Романе Григоровичу, винищувачі F-16, вони кардинально змінять ситуацію, чи вони просто відтіснять російську авіацію далі за передову лінію? Все будет зависеть от количества самолетов. Это очень важно. Несколько пар самолетов кардинальный вопрос не решат однозначно. Для того, чтобы кардинально решать вопросы, надо как минимум 3 бригады по 3 эскадрильи. А это уже около 120 самолетов. Бригада где-то 40 самолетов, 3 эскадрильи. 2 эскадрильи, 26 самолетов. Двухэскадрильная бригада, это 26 самолетов. Эскадрильи 12 самолетов. То есть в зависимости от набора. Но реально где-то 10 эскадрилей надо, это 120 самолетов, плюс может быть несколько спарок, там может быть даже десяток спарок, ну около 120 самолетов минимум нам надо для того, чтобы кардинально решить вопрос. Причем не только самолетов, дело в том, что самолет это по большому счету железка с двигателем, летчиком и пушкой. А в этой железке, которая висит в воздухе, надо оборудование и вооружение. Потому важно, с каким оборудованием, с какой авионикой придет эти самолеты и какое вооружение нам передадут. А это будет напрямую зависеть, от этого будет зависеть то, что эти самолеты могут сделать. Потому если дадут все вооружение, которое F-16 может нести, то это, конечно, кардинально однозначно изменит поле боя и отодвинет россиян километров на 300-500 от линии фронта. Естественно, с уничтожением наземных средств поражения. А вот если будет малое количество самолетов, ну, где-то 1-2 бригады, то это может кардинально изменить в каком-то одном районе, там, Запорожское направление, Херсонское направление, может быть, Донецкое направление, ну, только одно из направлений. Все будет, еще раз повторюсь, от количества зависит. А лютый 24-го року, це раніше, ніж ми очікували, виходить? Ну, исходя из скорости подготовки летного состава, летный состав у нас будет готов выполнять часть боевых задач, по крайней мере, по профилю летчиков, которые будут обучаться профильным выполнением. Кто-то в режим истребителя-перехватчика, кто-то в режим бомбардировщика и штурмовика. Это где-то уже в декабре, потому реально можно ждать летный состав где-то в декабре этого года. Ну а дальше все будет зависеть, то есть затягивание передачи нам самолетов, это будет зависеть чисто от политического решения Байдена, ну и кругов, которые принимают такое решение, не более.
Давайте проговоримо резонансну заяву держсекретаря США Блінкена. Він сказав, що українська влада готова до перемовин із Росією по зупиненню війни, однак ознак до дипломатії немає зі сторони Путіна. Проте, якщо Росія проявить інтерес, то Україна також буде до цього готова, а слідом і Сполучені Штати Америки. При цьому конфлікт має завершитися на умовах, які відображають наш суверенітет та територіальну цілісність. Володимир Зеленський відреагував і сказав, що на поточний момент зараз це поганий момент для переговорів. Він категорично відкидає ідею компромісу із Путіним. Скажіть, будь ласка, чи можна тоді говорити про те, що коли Блінкен приїздив до Києва, можливо, про це йшла мова? Як, власне, трактувати слова Блінкена? Ну, скорее всего, Блінкен приїжджав все-таки по вопросам страшнейшей коррупции в нашем государстве. И невозможности передачи некоторых позиций, пока эта коррупция не будет на ноль помножена. Это, наверное, первая задача, с которой приезжал и Блинкен, ну и сопровождала посол. То есть и вопросы даже вот по движению самого Блинкена и с кем он встречался, с антикоррупционным отделом нашим полностью всем, как раз об этом и говорит. То есть это основная задача. Вторая, скорее всего, задача передачи власти, вопрос выборов стоял тоже, а так как демократические есть определенные процедуры и поддержка демократических, а не авторитарных режимов в приоритете у европейских цивилизаций, потому здесь тоже момент по выборам подымался. Ну а вопрос по переговорам с россиянами, он может как-то действительно подымался, но скорее всего украинское военно-политическое руководство, оно уже просто зажато от той ситуации, в которую сейчас за 10 лет, последних 10 лет зашла Украина-российская война. Никаких переговоров с россиянами быть не может по одной простой причине. Пока хотя бы один российский солдат находится на территории Украины, это переговоры о капитуляции. А капитуляцию сейчас уже никто не поймет. Ни украинское общество, ни украинская армия. Это слепок общества практически. То есть любые такие потуги для контактов, пока российские войска находятся на украинской территории, они приведут сразу к обнулению этой власти. Вот ее на завтра сразу не станет. Вот первый, кто принесет весточку о том, что мы тут завтра начинаем переговоры с Россией, а россияне еще до сих пор находятся там в Луганске или в Крыму или в Донецке, то после этого человека просто не станет. Его разорвут в Киеве просто на лоскуты. Естественно, понимая, чем закончится любого такого рода действия, военно-политическое руководство на такие действия не пойдет, я даже больше скажу, даже их и не проговаривает. Ну а Блинкен, он мог для некоторых вопросов, связанных там с G20, допустим, потому что у них же вопрос стоял как раз о подписании в совместной какой-то декларации, мог в информационное поле просто это внести и не более того. Никто нас принуждать к уничтожению, вот любой, кто сейчас нас будет принуждать к переговорам с Россией, это значит принуждает застрелиться военно-политическое руководство Украины. Ну вот принудите президента застрелиться. Ну он скажет, ну я только заикнусь, меня завтра уже не будет. Вот и все. То есть я думаю, это именно с этой точки зрения надо смотреть на эти заявления. А от щодо G20, так і цієї декларації, де наші МЗС розкритикували і сказали, що вони розчаровані цією декларацією. Байден, до речі, пояснив і сказав, чому країна G20 не назвала Росію агресоркою цієї декларації. Він сказав, що це не є проблемою, яка вбиває вплину відносини з глобальним півднем, адже у залі все одно була достатня згода щодо необхідності справедливого та тривалого миру. Але все ж таки, Роман Григорович, що відбулося на G20? Наскільки це, скажімо, це засідання було конструктивним по відношенню до України? Дивіться, і Ердоган там просив задовільнити вимоги Російської Федерації щодо зернової угоди. Ну, діло в тому, що на G20 приїхали кожен зі своїм і уїхали кожен зі своїм. Кожен своє внес в цю декларацію і кожен зі своїм і уїхав. Для наших партнеров было важно, чтобы в декларации появилось заявление о нерушимости наших границ. Оно появилось.
Ну, а все остальные внесли что-то свое, там какие-то переговоры, какой-то, ну, каждый барыга внес свою какую-то барыжную тему. Эрдоган свое зерно туда воткнул, там россияне что-то свое с китайцами о мирных переговорах и так далее, тому подобное. Теперь разъехались G20, каждый по своим квартирам, и будет выполнять те задачи, с которыми туда и приехал. Опять же, россияне будут, так сказать, давить на сейчас на уменьшение боевых действий, то есть на замораживание конфликта. Китай будет рассказывать про мирный план, ну и те, которые китайцы. Ну а мы с американцами будем вопросы решать свои, потому что в этой декларации есть конкретно пункт о нерушимости наших границ согласно уставу ООН. Вот и все. А вот те заявления, которые сделали наши дипломаты, очень правильно и грамотно. Если бы они этого не сделали, то возникла бы такая правовая коллизия. То есть создали определенную декларацию, в которой забили те пункты, которые нам не нравятся, мы ничего не сказали. Это значит, согласились с этими пунктами. Значит, те пункты, которые нам не нравятся, мы обозначили, что мы с ними не согласны. И, в принципе, правильно, грамотно вопросы порешали. Я думаю, сейчас эта страница уже перевернута. Наши партнеры получили и выполнили ту задачу, которую ставили перед собой. То есть они получили в этой декларации конкретно заявление о нерушимости границ Украины и действий согласно уставу ООН. Тобто, якщо підсумувати, я уточню, чи розуміють наші союзники, що заморозка війни не означає мир? Ну, они однозначно это понимают, просто у них впереди там выборы, они с точки зрения этих выборов своих будут все это разлаживать. А то, что понимают, конечно, понимают. У них достаточное количество в нашей стране ушей и глаз, которые все прекрасно видят, те соцопросы, которые проводятся, ну и само развитие событий, то есть логика развития этих событий, она другого сценария не предусматривает, кроме как выдавливание или уничтожение российской армии с территории Украины. Не более того, дальше никакого мира, пока этого не будет выполнено, ни о каком мире уже говорить нельзя. В нашому генеральному штабі говорять, що в Росії незабаром розпочнеться тотальна примусова мобілізація населення, де планується набрати від 400 до 700 тисяч осіб. Ви раніше, до речі, проговорювали з вами цю цифру в 400 тисяч. Вони кажуть, що все це відбувається через катастрофічні втрати окупантів. Планується набрати близько 40 тисяч жителів саме Чеченської республіки, яких, ймовірно, будуть використовувати у якості загонів ось цих, а мешканці Санкт-Петербургу та Москви традиційно, ну, брати, скажімо так, не будуть. Чи наберуть таку велику кількість, вже звучить 700 тисяч, і чи ризикнуть вони ось на це піти, враховуючи, що у Путіна переду президентські вибори? Ну, москвичей и питерцев не берут по одной причине, потому что они сразу убегут в Европу, в ЛГБТ-сообщество. Потому они прекрасно это знают, потому их и не берут. А сдадутся. А вот всех остальных, да, действительно, есть планы, только это не планы по набору. Это те запросы, которые дает Министерство обороны Российской Федерации для системы, мобилизационной системы. Но это запросы, то есть это те планы, которые нужны российской армии для восстановления тех сил и средств, которые были потеряны или привлечены, или выбыли, допустим, с линии фронта или с общей границы России. Это же имеется в виду, им надо от 400 до 700 тысяч человек для того, чтобы Сахалин напитать, Камчатку, там тот же Кольский полуостров. То есть возникла новая реальность у россиян. На данный момент возникает новая реальность угроз со всех сторон буквально. Уже, наверное, белые медведи Арктики тоже будут угрожать им, и от них придется защищаться. Потому вот эти 400-700 тысяч – это заявка. Но то, что она будет исполнена, это совсем не факт. Так как исполнить ее сразу, сходу невозможно. Они вон 300 тысяч в прошлом году собрали, готовили только до весны. И то до сих пор толком не готовы и не экипированы. То есть собрать можно, экипировать нечего. Потому я не думаю, что будет выполнена заявка 400-700 тысяч, или она озвучена будет как минимум. Ну и очень большие проблемы в политическом
плане сейчас включать режим мобилизации для Путина в следующем году. У него выборы, а это очень сильно бьет. Такие принудительная мобилизация бьет по рейтингу власти очень сильно, причем по любой власти. Любая принудиловка никому не нравится, потому вряд ли это будет именно в таком виде. Хотя если сильно прижмет, ну то есть реально прижмет, допустим, начнет Япония Курилы отбирать, или Аляска двинется на республику Саха, потому что братья вспомнят об этих кровных узах, всякое может быть. И финны могут двинуться, потому что там часть Кольского полуострова, помните, Кемская волость, так вот как раз она финская, если смотреть эти фильмы старые советские, это Кемская волость, как раз финская волость, и постоянно финны о ней говорят, потому тут еще много чего может возникнуть у россиян, и в следующем году очень мощное учение в районе Балтики, в странах Балтии, в Польше. НАТО будет проводить мощнейшее учение после холодной войны, первой, наверное, такой степени. То есть у россиян большая проблема впереди по недостаче сил и средств для выполнения задач обороны страны всей России. Потому может всякое случиться, но просто я имею в виду, что слишком много отрицательных моментов, и как раз пока эти отрицательные моменты удержат российское руководство от мобилизации, общей мобилизации. Ви кажете, зібрати можуть, а кіпірувати це питання. І от в продовження, власне, на цю ж тематику, ГУР каже, що Росія розгорнула наразі вздовж українського кордону 46 пускових установок «Іскандер». А чи зможе Росія їх забезпечити ракетами? Усі? Ракет мало, где-то чуть більше 200 ракет у них зараз є. Вони їх производять, вопросов нет, но не в большом количестве, особенно «Іскандери» і «Крилати», і «Балістичні». Це ж пускова установка, вона може отстреливать и крылатую баллистическую ракету. Крылатая — это Р-500, так называемая, или Искандер-К. Потому даже имея там несколько десятков пусковых установок, но имея чуть больше 200 ракет, это в 4 раза меньше, чем было в прошлом году в начале вторжения россиян. Потому выдержали мы пуски этих ракет, выдержим и в этот раз. Но понятно, что нельзя ни в коем случае пренебрегать этим, ну, наличием. Ну, а так как развернули, я думаю, сейчас наши спецслужбы займутся уничтожением пусковых установок. Попытаются, по крайней мере, уничтожить пусковые установки, если это будет возможно, или будут какие-то средства поражения. Роман Григорович, традиционно три блиц-запитання на завершение нашей розмови, вони стосуватимуться сьогодні теми зброї. Чи передасть Іран Російській Федерації ракети малої та великої дальності? Может передать, если будет недостаточное давление наших партнеров. Чи домовляться про зброю Ким Чен Ын та Путин? Однозначно договорятся, я больше скажу, это уже есть договоренность такая, иначе бы они не встречали. Тобто, що він на бронепотязі поїхав до ще одного диктатора, який теж пересувається на бронепотязі, все це вже свідчення того, що... Да, это они уже договорились, сейчас просто говорят некоторые моменты, нюансы. А як це вплине тоді на ситуацію, Роман Григорович, на фронті? Много не передасть Северная Корея, даже если Китай начнет через Северную Корею передавать, то большого количества такого, чтобы изменило там что-то на поле боя, не будет. То есть большего, чем количество вооружения, чем есть сейчас у россиян, точно не будет. Это россияне пытаются как-то не упасть до работы с колес, так как они производят, ну, 7 тысяч боеприпасов в сутки, 7 тысяч снарядов в сутки они больше произвести не могут, а им надо отстреливать где-то 15-20 тысяч. Потому вот для того, чтобы не упасть на уровень работы с колес, сразу производство отстреливать, вот им надо добраться. Потому хуже, то есть хуже, чем сейчас, точно не будет. Коли Байден наложится передать атакамсы? Я думаю, к концу года точно. То есть в этом году мы атакамсы увидим, скорее всего, после того, как зайдут ПРСМ, станут на боевое дежурство. Вместо атакамсов сейчас американцы будут располагать, уже заказано, проплачено, и будут располагать ракеты ПРСМ. Это с дальностью 500 км. Атакамс 300 км. Спасибо.
Сподіваємось на це дуже. Романе Григоровичу, я вам дякую за цікаву розмову, дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на Фабрику Новин, ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадаю, у вас є можливість підтримати Фабрику Новин та стати нашим спонсором. Це можна зробити на нашій YouTube-платформі. І ще раз вам дякую за увагу, всього найкращого, до наступної зустрічі. Романе Григоровичу, традиційно розпочалась робоча неділя. Чекаю вас завтра у нас на фабриці. Дуже вам дякую. До свидания.